Еще в 1970 году начали выпускать большое количество продуктов с натуральными ингредиентами. 70-й год, почти 50 лет назад, вот 13-й год. Прорыв исследования кожи стволовых клеток. Да? 2012-й. Первый в мире фонд этичного производства косметики. 67-й. Год основания. 50 лет назад. Мы были новаторами, отказавшись от продуктов живого происхождения животного при производстве нашей косметики. То есть вот можно каждый год упаковочку отказались, вредную. Вот такие вот виды. Очень много, ребята, времени займет. 2020, давайте наше будущее. А мы стремимся к тому, чтобы все смываемые средства, гели, стали полностью биоразлагаемые. Ребят, ну, мы в будущее не заглядываем, но здесь у нас есть возможность заглянуть. Планируется сокращение отходов со всех заводов на 15%. В 2015 году уже сократили на 12%. Здесь. И история только начинается.